привет, дорогие друзья! Мы решили в эти выходные не сидеть дома и отправиться в средневековый город Выборг. И вы отправляетесь вместе с нами, так что давайте, погнали! Покажем вам, чем живет этот маленький и уютный городок на границе с Финляндией. Я был в Выборге несколько раз, то по работе, то просто как турист, и каждый раз наслаждался этим городом. Но сегодня Мира решила повести меня совсем другим путем. Оказывается, здесь есть корабль викингов. И самое интересное, что сколько я здесь не был, я его ни разу не видел. Так что пойдем его посмотрим. И мы, как только приехали, решили перекусить в KFC. И нас сразу полностью окружили чайки. Они такие наглые, но очень красивые. Мира их даже немножко покормила. Да, Мир? Да. Смотрите, какие раньше были корабли, дракары, огромные, красивые. Раньше, конечно, это было так круто на таких кораблях плавать. Как там, Мира, ты сказала? Да. Что они эту лодку вытаскивали на землю. Сразу на берег. Сразу выбегали и бились не на жизнь, а на смерть. Я знаю, сколько здесь было войн между Швецией и Россией, между всякими королевствами. Приехали как раз на праздник 9 мая. Город весь украшен, но очень мало людей. Но сами понимаете, пандемия. Многие люди соблюдают карантин. И здесь на весь город играют военные песни. Так непривычно в такой праздник видеть мало людей. Мы с Мирой подошли к средневековой площади. Здесь мощенная дорога. Все, как я люблю. Также здесь находится круглая башня, где располагается сейчас ресторан. Это тоже одна из главных достопримечательностей Выборга. Повсюду громкоговорители, и голос объявляет важнейшие даты войны. И из-за этих громкоговорителей и песен я просто не могу вам что-то рассказать и показать. Сейчас немножко стало потише, и мы продолжаем свой путь. Мне все-таки безумно нравятся такие города, как Таллин, Выборг. Да и вообще много таких городов. Есть еще Рига, в которой я не был. Какие еще есть города? Варшава. Такие очень старинные, с маленькими такими европейскими улочками. Кто-то любит отдыхать на море, им нравится Бали, Вьетнам, Таиланд и так далее. А я, наверное, ощущаю кайф от прогулок вот по таким вот местам, тихим, уютным. Где-то грязным, где-то неухоженным, но знаю, что эти дома уже стоят не одно столетие. Много домов в Выборге находится в аварийном состоянии, и когда я сюда приезжал 4 года назад, здесь, в принципе, все так и осталось. Мне просто интересно, когда накрывают дома старые тентом, они реально собираются их делать, или это из года в год они просто так закрыты, и все, и над ними никто не работает, и никто не собирается их как-то реставрировать. Потому что эти дома имеют очень большую ценность для культуры страны, но и они все вот
плачевном состоянии, сейчас покажу вам немножко получше. И на самом деле просто как-то обидно, что такое достояние, оно пропадает. Вряд ли, конечно, мой видеоблог заставит кого-то задуматься свыше о том, что нужно вкладывать в этот город деньги. И если сюда реально бы вложили какую-то энную сумму, то это мог быть просто прекраснейший город для туризма. Сюда приезжали бы с Финляндии, со Швеции, это было бы классное направление. Тут, собственно, тоже есть на что посмотреть, но, блин, для того, чтобы это все развивалось, это надо еще больше, еще как-то ответственнее к этому подходить. И как-то немножко реставрировать старые постройки. Тогда будет вообще круто. Мы подходим к башне ратуши. Это одна из двух башен старой Выборгской крепости, которая была построена еще в 15 веке и сохранилась до сих пор. Конечно, как и любая башня, она сверху была разрушена, а внизу сохранилась старая кладка. Сейчас мы дошли до бастиона, где находятся вот такие вот фигурки. И это любимый бог Миры, Дионис, потому что он любит вино, и Мира любит вино. Собственно, Мира уже запилила фоточку с ним, да? Фотку с кумиром, да? Здесь наряду со всякими интересными домами сохранились старые постройки, деревянные. И я как-то загляделся на один деревянный дом. И мимо прошел парень и говорит: парень, можете рассказать про этот деревянный дом? Я такой: да не надо, немножко поскромничал, хотя можно было, наверное, воспользоваться этим предложением. Тут есть экскурсии за 200 рублей, не знаю, проводятся они сейчас или нет, но как-то мы с Мирой привыкли обходиться без путеводителей, без всяких экскурсоводов. Хотя вчера вечером я где-то целый час читал про Выборг, про его историю, и было очень даже интересно узнать про этот город. Хотя раньше, когда я сюда приезжал, я вообще о нем ничего не знал. Даже не знал, что здесь есть как раз всякие башни, крепости и так далее. Также мы с Мирой заметили, что здесь очень много котиков. В
каждом дворе, в каждом закоулке. Мы уже встретили около скольки котов? 3-4? 3? Да. 3 котика уже повстречались на пути, и Мира каждому тыкнула в носик. Ну не может она пройти мимо котов, а да? Да. И все котики такие красивые, такие прям так хочется всех забрать, но у нас дома уже есть одна пушистая черно-белая, поэтому нам хватит уже. На самом деле мне очень нравятся такие маленькие городки, как Выборг, в котором можно весь город просто пройти пешком. И чем старше я становлюсь, тем я хочу жить в таких маленьких городках или за городом, или вообще избавиться от того, чтобы жить в всяких столицах, крупных городах, где большой поток машин и вообще. Хочется тишины, спокойствия, уюта, миру рядом, кота под бок и все. Больше ничего не хочу. А сейчас мы подходим к главной достопримечательности города Выборга, которая присутствует на всех сувенирах. Это Выборгский замок, который уже стоит здесь с 13 века. Конечно, он много раз горел, были пожары, разрушения, войны, но большую часть он сохранил. И мне вот он, конечно, безумно нравится. Я туда подымался 4 года назад. И там потрясающий вид на город, на залив. Конечно, хотелось бы подняться на него и сегодня, но пандемия, конечно, рушит все планы. Но самое главное, что мы вышли из дома с Мирой, потому что нам надоело уже просто валяться. Это однотипщина, работа, дом. Я не знаю, реально можно сойти с ума, постоянно находиться дома. Поэтому мы решили вдвоем спокойненько прогуляться, съездить хоть куда-нибудь, пускай на поезде, пускай немножко такую холодную погоду. Сегодня как-то немножко морозно, ветрено. Но посмотрите, какой красивый замок. Он на другом берегу. Сейчас мы подойдем поближе и посмотрим его тщательней. Памятнику основателю Выборга Кнутсону. Находится он рядом с таким красивым ансамблем домов. Правда, солнце немножко мешает нормально снимать, но здесь очень-очень красиво. Сейчас зайду в тень, покажу вам, если удастся. Очень красивое здание. Прям такое ощущение, что находишься в каком-то Стокгольме. Хотя Выборг, хочу заметить, не хуже, если его как следует отреставрировать и привести в порядок. Хотя уже сдвиги есть. Вот, кстати, вот памятник этому шведу, который в 13 веке основал такой вот маленький, но довольно-таки чудесный город. Все мои прогулки в Выборге заканчивались как раз осмотром этого замка и, соответственно, дорогой домой. И я только потом, спустя время, узнал, что здесь есть потрясающий парк Монрепо. Не знаю, в России говорили, что все парки закрыты на карантин, но попробуем прорваться в этот парк и посмотреть, что там интересного, красивого. Я думаю, что в Выборге, кроме красивых зданий, есть еще и красивые парки. Но перед тем, как пойти в парк Монрепо, мы решили еще осмотреть Аненские укрепления, которые находятся в Выборге еще со времен Петра I. Очень редкое, на самом деле, укрепление. Это тоже, я думаю, для вас будет очень интересно. Thank you.
даже эту старинную арку умудрились загадить люди своими граффити бесполезными. Туда, куда ступает нога человека, и сразу это все превращается в какое-то, знаете, в разрушение просто. Чем меньше людей, тем лучше, мне кажется, не знаю. Потому что вот стоит арка, никого не трогает. И вот надо вот обязательно написать надпись «Тритоны есть». Вот зачем ты это написал? Непонятно, понимаете? Вот мне это непонятно. Через центральный вход нам с Мирой не удалось попасть в парк. И мы сейчас ищем какие-то окольные пути. Мы прям какие-то злостные нарушители. Чтобы ради парка, чтобы пугать в парке, мы решили просто нарушить все правила. Да, ребята, мы плохие ребята. Пока мы искали лазейку в Монрепо, рядышком здесь находится очень интересное место. Тут маленький такой уютный лес с большим количеством камней. И также Мира нашла здесь подснежники, которые до сих пор цветут. Хотя, по сути, уже май, и их тут попросту не должно было быть. Даже если мы не найдем вход в главный парк, опять же говорю как преступник, то я ни о чем сожалеть не буду. Даже так прогуляться по лесу, это просто кайфово. Поют птички, светит солнышко. Вообще, красота. Просто песня. Забрели в самые дебри, и посмотрите, какие здесь большие камни, просто огроменные, как будто какой-то метеорит упал на землю. Но вообще кайфово, тишина, просто. Песня. Да, просто песня, пение птиц, и мы все так же в поисках входа. Не, на самом деле я уже вход даже не ищу, просто мне хочется погулять среди вот этих валунов огромных. Такое скалистое. Ты идешь? Ну, придется постараться. Очень много тропинок сделали люди. И сейчас мы будем покорять эту вершину. Полчаса мы бродили по лесу и наконец-таки нашли лазейку. Люди, конечно же, сразу все выломали. Выломали эту железяку просто с корнем. Посмотрите. Просто вот все. И, я не знаю, если мы туда зайдем, мы можем уже и не выйти. Нас отправят в какое-нибудь РУВД, начнутся проблемы. Знаю я эту песню. Знаю. Старые песни о главном. Пойдем, Мира? Связалась с уголовником, жизнь уголовника. Мира, еще не поздно как бы это сделать шаг назад. Вперед ты не делаешь. Закончили мы наши прогулки по лесу, уже собираемся идти на вокзал покупать билеты. Что, собственно, мы хотели сказать? Это очень уютный маленький город, который обязательно доставит вам массу удовольствий, если вы его посетите хотя бы даже на 4-5 часов. Если вы из Петербурга, то обязательно приезжайте сюда, проведите уикенд здесь, и я уверен, что он вас не разочарует. Здесь очень много чего интересного, и когда
уйдет эта пандемия, коронавирус. Я думаю, что тут будет очень интересно. Все различные рыцарские турниры. Плюс будет открыт замок. Я думаю, что будет на что посмотреть. Ну, мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Мы поехали домой. Пока. Мирной. Давай. Давай. Что ты хочешь? Ной. Отстань. Ной. Отстань. Ну, ной. Ну, нет. Вот я выключу камеру, она будет ныть.